В первенстве города по плаванию приняло участие порядка 200 спортсменов. Дистанции, на которых им пришлось состязаться, 100 и 200 метров всеми стилями. Маша Симоненко – самая маленькая участница, ей всего 7 лет, самым старшим – 11. Соревнования являются отборочными для состязаний более высокого уровня. В этом году мы подготовили очень молодую команду, но очень перспективную команду, которая примет участие через 2 недели в Санкт-Петербурге на первенстве России «Веселый дельфин». Честь Брянска на этих соревнованиях будут отстаивать 8 человек. Бухарин Александр, Сащенко Иван, Сащенко Илья, Алексашин Николай, Матюх Екатерина, Манашевич Виктория, Матющенко Анастасия и Осипова Олеся. Вообще, этот сезон для брянских пловцов складывается удачно. После 17-летнего перерыва Брянская область приняла участие в соревнованиях ЦФО. И там Анастасия Михалева заняла 2-е и 3-е место. Мы планируем поучаствовать в спартакиаде молодежи в этом году. Она ежегодно проходит. Также планируется выступление на российских соревнованиях в Волгограде. И впервые планируем выехать на взрослую Россию. Также она будет в Волгограде в мае. Первенство города по плаванию продлится 1 день. Сильнейшие определятся в личном первенстве и примут участие в областных соревнованиях, которые состоятся в мае. Галина Сергейкович, события Брянск.